Муж сорвал маску с незрячей певицы Гурцкой. Обалдели все. Популярная певица Диана Гурцкая на днях отметила 38-летие. Юбилей исполнительница отметила в эфире программы «Пусть говорят». В студии собрались друзья и родственники звезды. Муж, адвокат Петр Кучеренко, рассказал неожиданную правду о семейной жизни с певицей. Диана кажется хрупкой и беззащитной. На самом деле это не так. Гурцкая кремень, у нее взрывной грузинский характер. Она очень ревнивая и частенько устраивает мужу сцены ревности. Диана – это такой взрывной грузинский характер. Диана очень ревнивая, и она страшно обидчивая. Мы поссоримся, я, как всегда, делаю первый шаг, а Диана будет сидеть и молчать обиженно. Но слушайте, и у меня характер не сахар далеко, и ей приходилось со мной мучиться и притираться, и всякое бывало в жизни. И ссорились мы, и какие-то драмы локальные, поведал супруг певицы Петр Кучеренко.